Привет! В эфире ваш проводник в поисках отличного настроения. Выходные приближаются, стоит подумать, как лучше всего их провести и чем себя занять. Какую программу подготовил город, расскажу вам прямо сейчас. Поехали! В пятницу вечером самарская джазовая тусовка готовит для вас нечто особенное. Сочетание ударных и пианино. Транс-джаз исполнит музыканты из Швейцарии. Речь о медитативных, гипнотических и ритмичных звуках. Концерт состоится в художественном музее, начало в 18:30. В Самаре всю неделю проходит настоящий театральный праздник – фестиваль «Волга-театральная». В город приезжают российские и зарубежные театры. Задействованы практически все театральные площадки города. Сегодня вечером в драматическом театре покажут спектакль «Преступление и наказание» тольяттинские артисты в 18:00. А в театре «Самарская площадь» местные актеры покажут «Ревизора» в 18:30. Суббота будет не менее театральной, чем будни. Варшавскую мелодию в исполнении артистов из драматического театра «Набережных Челнов» увидят самарские зрители в театре «Самарская площадь». А Пермский театр привезет в Самару настоящий колоритный грузинский спектакль «Ханума». Все как и положено, с песнями и народными танцами. Начало в 18:00. Всех любителей плясать по-русски приглашают, собственно, поплясать. Вместе с такими же энтузиастами. Ни субботы без гармонии, ни воскресенье без дробей – девиз танцклуба. Тех, кто не умеет, но очень хочет, научат на месте. Но кое-что нужно будет с собой прихватить. Отличное настроение. В субботу, Воронежская, 9, начало 17:00. В воскресенье на сцене театра «Самарская площадь» артисты из Штутгарта покажут спектакль «Игрок» по мотивам повести Федора Достоевского. Начало в 18:30. В это же время театр «Грани» из Новокуйбышевска покажет спектакль «Притчу» «Театр теней Офелии». А на этом все. Проведите свои выходные ярко. Всего вам доброго. До встречи.